плечо. И когда я пришла к врачу в поликлинику и сказала, что у меня болит плечо, что можно сделать, мне врач сказал: а что вы хотите? Это возраст. Мне тогда было, ну, около, наверное, 40, там, может быть, 2 года, да? Я говорю: как возраст? Что значит возраст? У меня болит, я хочу, чтобы не болело. А они мне говорят: не можем помочь, возраст. И тогда я поняла, что все зависит от меня. Да. Я в силу стресса набрала вес, я была такая пухленькая, и болели суставы, когда лишний вес – это нагрузка на организм. Но я это не придавала этому значению, потому что когда мама чистая, папа чистый, накормленный, они спят, дети спят, наступало мое время. Я много читала, изучала, и я нарушила свой режим. Я поздно ложилась, не высыпалась, а вы знаете, неполноценный сон, он что, вреден для здоровья, гормональная система вся рушится, да, и у нас что происходит? Нарушение обмена веществ. Поэтому я, в общем-то, вес и набирала в том числе. И вот потом я решила взять все в свои руки, и я начала менять свой образ жизни. Можно слайд другой, там я не знаю, что. У меня был лишний вес в теле, но еще было много лишнего вокруг. Я стала расчищать свой дом, избавляться от хлама, ненужных вещей, которые просто занимали пространство, мысли, и они уже были не нужны. Это был где-то и мусор. Я стала и продолжаю этот процесс, еще идет, потому что есть, например, вещи мамины, папины, которые я не могу пока не